Всем привет! В этом видео будет небольшой совет, связанный с переваркой счетчиков. Так, захожу в санузел, шкаф, внутри которого, посмотрите, у нас расположены счетчики, редуктора давления, краны отсечные и так далее. То есть все очень удобно, и показания смотреть, и если вдруг нам нужно будет заменить какую-то деталь, это нам не составит труда. Но первоначально от застройщика эти счетчики были в неудобных местах. Счетчик холодной воды у нас был в этом месте, в этом углу. А счетчик горячей воды был здесь. Если бы мы оставили от застройщика, нам пришлось бы тут делать либо скрытый люк из плитки, то есть нажимной, либо пластиковый люк. Скрытый люк очень дорогой, в районе 7-8 тысяч стоит за штуку, а пластиковый лючок выглядит не всегда красиво. Поэтому берите на заметку, если у вас лючки, точнее, если у вас счетчики в плохих местах, переваривайте все в одно место, и будет вам счастье.